На прошлой неделе практически в каждом дворе города стояли переполненные баки, забитые отходами, а мусоропроводы были замурованы до 3-5 этажей. Чтобы разобраться в ситуации, наша редакция отправила официальный запрос региональному оператору ООО МСКНТ. К причинам задержки вывоза мусора в нашем городе он относит вспышку ОРВИ среди сотрудников и сильные морозы в регионе, из-за которых замерзла гидравлическая жидкость в мусоровозах. Также сложности в работе мусоровозов добавили узкие дворы города, заставленные автомобилями и плохо расчищенные дороги, утверждает директор нижегородского филиала МСКНТ Иван Егоршин. Припаркованный во дворах личный автотранспорт жильцов, сильная наледь, колеи, не расчищенные во всю ширину проезжей части дороги, не всегда позволяли своевременно произвести погрузку отходов с мест накопления. Для предотвращения мусорного коллапса в городе рекоператор принял ряд мер. В город направили водителей и грузчиков со смежных подразделений нижегородского филиала, а также провели профилактические действия по техобслуживанию гидравлических систем, что помогло вернуть в строй большую часть автопарка мусоровозов, пояснили в МСКНТ. Дополнительный мусоровоз выделили из главного офиса в Москве. Сейчас ситуация стабилизировалась. Результат проделанной работы многие горожане наблюдали своими глазами в начале этой недели, увидев пустые мусорные баки в своих дворах. Однако нет никакой уверенности, что ситуация не повторится вновь. За последние 3 недели наш город столкнулся с проблемой вывоза мусора 2 раза – перед новогодними праздниками и сразу после выходных. Наша редакция отправила еще один запрос в Государственную жилищную инспекцию региона. В этот орган обращаются управляющие компании и местные жители, которые недовольны работой рекоператоров. На МСКНТ жалобы также поступали. За прошедший 2022 год в адрес Госжилинспекции поступило 4 обращения по деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в городе Сарове, ООО МСКНТ. Все вопросы в данных обращениях отработаны в кратчайшие сроки. ООО МСКНТ были приняты все меры по устранению нарушений по своевременному вывозу отходов. Проблему вывоза мусора в нашем городе также поднимут на заседании Думского комитета. На обсуждение пригласили представителя регионального оператора. О результатах встречи расскажем в ближайших выпусках новостей. Если мусор в вашем дворе не вывозят дольше 3 суток, с жалобой вы можете обратиться в диспетчерскую службу рекоператора по номеру 8 831 265 31 86. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.